Амстердам, 4-я дорожка Академия, 5-я дорожка Орленок. Анна Банатова за команду Академия и Анастасия Виноградова за команду Орленок. Академия. Первая приближается к передаче эстафеты на второй этап. Анна Политова за команду Академии принимает эстафету. И Мария Евтушенко за команду Орленок. Спортсменки пробегают вираж по своим дорожкам и с выходом напрямую переходят на первую общую дорожку. Впереди команда Академии легкой атлетики. Увеличивая отрыв, сохраняет лидерство команда Академии. Лидер приближается к передаче эстафеты на третий этап. Ксения Дубинина готовится принять эстафету за команду Академии на третьем этапе. Алина Зайвая принимает эстафету за команду Орлен. Третий этап. Ксения Дубинина лидирует и готовится к передаче эстафеты на четвертый этап. Анастасия Липартия принимает эстафетную палочку на четвертом этапе эстафеты. За команду спортивной школы «Орленок» готовится принимать эстафету Алена Попова. Анастасия Липартия на финишной прямой заканчивает эстафету за команду спортивной школы Академии легкой атлетики. Четыре минуты 18:54 результат команды Академии. Алена Петрова заканчивает эстафету за команду «Орленок».